25 февраля в Белом зале музея Сланца откроется выставка под названием «Безмолвная проповедь. Новгородская икона». В экспозиции будут представлены копии 12 самых известных икон из собрания Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, уникальное собрание русской иконописи которого включает около 1500 памятников русского изобразительного искусства 11-го начала 20 веков. Выставка будет открыта с 25 февраля по 12 марта. Стоимость билета 2 евро, для пенсионеров и учащихся 1 евро.